Всем привет, всем здравствуйте! Сегодняшнее видео я хочу сделать о Луи Виттоне. Эти сумочки очень интересные, и есть возможность купить их с большой скидкой. Девчонки, которые собирают коллекции из сумок по 300, по 400 долларов, обратите внимание на такую шикарную возможность. Начать хочу вот с этой королевы, только по той простой причине, что мне она очень сильно нравится. С нее хочу начать, с этой сумочки. И думаю, что ей же я потом и закончу наше видео. Это не оригинальный магазин Луи Виттона. Это отдел совсем в другом магазине, который имеет возможность, предоставленную компанией Луи Виттон, продавать сумочки, которые были использованы для образцов в витринах магазинов Луи Виттон. Вот, например, вот эта сумочка. Ну, мне хочется ее шапкой Мономаха назвать. Такая красотка необыкновенная. Очень она мне нравится. У нее стоимость сейчас 950 долларов. Но ее оригинальная стоимость была порядка 1500 долларов. Каждая сумочка у Луи Виттона имеет свою карточку. Вот по этой сумке мы можем видеть, что год выпуска этой сумочки 1994. Эта сумочка никогда не использовалась, ну, в плане выхода. Вот, она только использовалась как образец для витрины. Вот такая-то красотка неземная. И купить себе в коллекцию такую сумочку, да еще и позволить себе с ней прогульнуться, это очень хороший шанс, я думаю. Тем более такая цена у нее. Совершенно незначительно, это очень большая скидка от ее оригинальной цены. Итак, начнем рассматривать сумочки поближе. Вот эта сумка Луи Виттон. Она так же, как и красная, которая висит на стенде, я вам ее показывала, стоит 950 долларов. Но ее оригинальная стоимость порядка 1500 рублей. Вот эта сумочка имеет видимое повреждение, сломанный вот этот шнурок. Это также сумка. Какого она года? Не вижу карточки. Ой, извиняюсь, уехала камера, пока искала ее. Ладно, ищу сейчас карточку. Хочу показать вам, как она смотрится, эта сумка. Вот. Вот такие это сумки. Сумки Gucci. Без кармашек. Ой, Gucci. Извиняюсь, Gucci будут в следующий раз. Сумки Louis Vuitton. Без кармашек. Для документов, для телефона. Вот она такая целиковая. Дальше переходим к вот этой сумочке. Шикарная сумка. Никогда не была продана. Всегда только использовалась на витрине в магазине. Но ее волшебная стоимость уменьшилась 50%. Стоила эта сумка 3250 долларов. Сейчас ее стоимость на 50% меньше, 1625. Сумки Louis Vuitton, как я уже сказала, не имеют. Одной рукой неудобно. Вот подушечка здесь такая используется. Не бумагой набита, а подушка используется. Не имеют никаких дополнительных карманов. Ой, обманула. В этой сумке карман есть. Это сумка производства 2010 года. Вот, то есть вот здесь карман есть, во всех других сумках я их не вижу, этих карманов. Вот такая эта сумочка. Вот так она открывается, закрывается, и она без большого ремешка. Можете поставить. Эту сумку также хорошо иметь в коллекции. Вот такая эта волшебная сумочка. Вот узнаваемый Луи Виттон. Вот такая прелесть. И еще раз. Вот этот значок Луи Виттона. Я так думаю, что по номеру карточек про эти сумки можно узнать историю. Вот какая это прелесть.
Луи Виттон. Будут вопросы, спрашивайте. Всегда с удовольствием вам расскажу что-то. Или спрашиваю у девчонок.